Всем здрасте! Один из своих рецептов решил преподнести в таком формате. Грудка куриная, яички куриные, лапиторы, сыр, чеснок, 4 яйца. Грудку уже порезал, отбил, соль, перец. И она у меня тут балдеет. Это не знаю, что такое. Бенч, что вышло, короче. Все это вот добавляем, заправляем мистером Рико. И перемешиваем. Короче, перемешали все это тщательно. Очень стараюсь не засрать кухню. Переходим дальше. Ну, она такая вот лежит. Я подхожу и такой на ушко. Вам начинку-то не надо, а? Интересно, что дальше было, да? Ну, вот я ее накормил начинкой. А что потом? А потом я ее отправил греться. Греться, обалдеть на солнышко. Ну, ты только посмотри. Что за секс получился?